Всем привет, с вами Дар Риди, и сегодня мы сделаем обзор на такую игру, как Contrast City. Это приложение ВКонтакте, его могут найти все. Что ж, я поиграл в нее, в эту игру, игра мне понравилась. Вот, ну, тут много возможностей, а, конечно же, чтобы быть более крутым, более лучше выглядеть как-то индивидуально, ну, нужно вложить какое-то количество голосов. Ну, это во всех приложениях ВКонтакте и в соцсетях. То есть разработчики должны тоже кушать. Вот, поэтому, чтобы, если вам игра понравилась, чтобы как-то и себя сделать более сильным, более лучший наряд надеть, придется потратиться немного деньгами, или, так сказать, голосами. Тут сейчас есть новая акция, то есть костюм Деда Мороза, можно его покупать по отдельности, либо шапку, либо бороду, либо еще что-нибудь, перчатки, допустим, подарок с мешком. Вот. А каждый, то есть инвентарь, то, ну, любая шапка или там сапоги, перчатки, то есть это все влияет на защиту, на урон, на какую-то характеристику, то есть как прыжок или точность и так далее. Так, давайте же рассмотрим магазин, что тут есть. Тут есть шапка, вот, разные шапки, очень много всяких разнообразных кепок. Вот, защита, допустим, простая шапка — это защита от снайперских винтовок +1, то есть немного защищает от снайперов. Вот, защита от пистолетов — это вот очки такие модные, шляпы, каски, повязки, ну и прочее. Можно купить всякие перчатки или часы, это дает защиту от рукопашного боя. Также есть камуфляж на торс, ноги, то есть можно даже образ создать, там, бороду, чтобы у тебя была щетина, и там усы были, ну и прочее. То есть можно как-то индивидуально нарядить персонажа. Вот, ну, соответственно, чем дороже стоит какой-то предмет, тем лучше он будет защищать тебя от определенных, от определенного урона. Также есть тут разнообразные достижения, то есть за определенные достижения те дают золото, а золото в игре очень важно, так как на нее можно купить и оружие, и предметы какие-нибудь. Вот. Тут 6 этапов в каждом достижении, допустим. Убить дробовиком 5 врагов. Добрый день достижения. Вот, дается 15 золота. Там второй этап уже будет сложнее, но из-за него и золото будет даваться больше. Вот, и так далее. То есть достижений всяких много, то есть можно просто играть, не задумываясь, и достижения сами будут как-то выполняться. Да, ну, чем лучше ты играешь, тем быстрее достижения будут у тебя выполняться. И если ты будешь разнообразными видами оружия играть, то есть не одним калашом бегать или снайперкой, а стараться как можно все оружия задействовать. Так, ну и наконец тут можно покупать оружие. Оружие ближнего боя, вот дубинка, есть лом. Лом уже помощнее, конечно, будет дубинки. Свиточ какой-то. Так. Самурайский меч. Вот это уже сильное, мощное оружие. Хороший урон, дальнобойность хорошая. Вот, косарь, коса. Коса тоже классное оружие. Вот. Она, видать, самая длинная в этой, из ближайших оружий. Есть также какие-то леденцы, да? Пистолеты. 5 видов пистолетов. Всяких разных. Есть автоматы. То есть калаш, М-ка. Так, это какой-то кладенец. Ну, они, названия переделаны. Есть также пулеметы, огнеметы. Это в 4-м сете.
А дробовиков пока что всего три. Самый лучший сибиряк, конечно же. Так, вот он, егерь тоже хорош. Ну и первый, то есть самый такой простенький дробовичок. Гранатометы. Есть МЭЛС какой-то, четырехзарядная ракетница. Мини-катюша есть. Так, ну это самое начало, стандартное, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Или же ее можно купить, то есть, может быть, у нас его нету. Так, ну ладно. Разберемся. И снайперские винтовки, конечно же, как же без них. Вот. Самое мощное, это, конечно, пипец. Вот такой. Единственное, то, что мне нравится, да, то, что ты можешь с собой таскать 7 видов оружия, это уже круто. А в других шутерах там по два вида оружия, пистолет и автомат. То есть первой необходимости и второй необходимости пистолет. Что ж, давайте уже попробуем поиграть. Так, а поиграем мы, скорее всего, с вами в следующей части. Как это видео наберет 100 просмотров, обязательно будет продолжение обзора самой игры. Вот. Игра, честно говоря, суперская. Обязательно поиграйте в нее. Чем больше будет просмотров, подписчиков, тем будет больше обзоров. С вами был Дарлидди. Всем удачи, всем пока.